Мы приехали на пляж от гостиничного комплекса «Меретинский». Это второй пляж галечный, так называемый, который чуть дальше находится от всего гостиничного комплекса. Вот, видим флажки здесь такие, указывающие, что это пляж относится к гостиничному комплексу «Меретинский». Обустроен пляж зонтиками. Вот так вот выглядит пляж. Камней, конечно, целая куча, галька крупная достаточно. Но зато вода хоть чистая. Вот на пляже имеются и зонтики, и лежаки. Все предоставляется без какой-либо отдельной платы. Вот на этом пляже также имеются и переодевалки несколько, и душу там можно принять. В принципе, без проблем. Ну, какие-то браслеты нам там давали, но ничего не одевали. Пришли сюда, взяли лежаки совершенно спокойно, отнесли, куда им нам надо, никто даже слова не сказал. В принципе, так понимаю, может совершенно даже посторонний человек прийти и взять лежаки и здесь отдыхать. Вот сидят спасатели, я так понимаю, они же, наверное, и за лежаки отвечают, но никто даже слова нам не сказал. Вот сразу за пляжем детская площадочка есть небольшая, кафе здесь находится. То есть раз можно с пляжа пойти, что-нибудь взять себе, напитки какие-нибудь, пенные, допустим, и обратно на пляж отправиться. А это первая зона ближе к гостиничному комплексу «Меретинский». Первая пляжная зона. Здесь на пляже на самом нет ни лежаков, ни зонтиков. Камней очень много. Все как бы напротив этого пляжа находится. Сейчас я покажу. То есть лежишь, отдыхаешь, вот там вот. Лежишь, отдыхаешь и, соответственно, переходишь через такую велосипедную дорожку, через пешеходный тротуар и идешь к морю, если хочешь в море искупаться. Сейчас покажу, что там, как что устроено в той зоне. Опять же, вот видим флаги, указывающие на принадлежность к комплексу «Меретинский». Ну вот, в таком виде здесь бассейны есть, поплавать, лежаки, зонтики. Здесь вот все деревом, пол сделан, и есть, соответственно, зона с песком. Три бассейна получается, два побольше, один поменьше. Вот как раз зона с песком. Вот стадион «Фишт». Видим. Вон там море. Ну, в принципе, рядышком можно пройти, до моря дойти. Барная стойка. Ну, тут всякие для удобства, переодевалки, душ, туалет. И вот там как раз дорога, где маршрутка останавливается, можно, соответственно, прямо выйти рядом здесь и дойти до этого пляжа.